1 октября в городском парке культуры и отдыха Каспийска состоялась генеральная репетиция закладки камня в основание будущего мемориала памяти воинам, дагестанцам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Официальная церемония состоится уже завтра. В этот день пройдет торжественный марш боевой коробки военнослужащих Каспийской флотилии. Церемонию будет сопровождать аккомпанемент военно-духового оркестра 102-й отдельной бригады оперативной назначения войск Национальной гвардии России. Участие в мероприятии также примут кадеты, юнармейцы и волонтеры Каспийска. Среди почетных гостей церемонии – ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов, а также представители правительства Дагестана, городской администрации, межрегиональных общественных организаций и другие. Открытие памятника инициировано временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергеем Меликовым при поддержке генерала армии, директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Бортникова Александра Васильевича. Подобные мемориалы уже возведены в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Курской областях Республики Карелия, а также в городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске и Орле.